Учредительный центр торговой сети «Пятерочка» даст в Красноярске 700 новых рабочих мест, как только выйдет на полную мощность. Сейчас в центре уже работает 200 человек, а всего в крае сети «Пятерочка» порядка 1500 красноярцев. Центр открылся в июне и активно наращивает обороты. Со временем он будет обслуживать до 800 магазинов. Здесь уже заключили договоры на поставку почти 6000 товарных позиций. Уже сейчас в отдельных категориях доля местных производителей доходит почти до полного закрытия позиции. Так, например, яйца на 83% от наших кур. Почти весь хлеб и хлебобулочные изделия местные. В сети «Пятерочка» больше половины всей молочной продукции – это свое родное молоко, сметана, ряженка и прочее. Доля таких продуктов здесь будет только увеличиваться, и работа распределительного центра будет этому способствовать.